Ну что, короче, не удержался я сегодня. Сейчас, секунду. Отстрелял, короче, патроны новые, которые у меня в первом видео есть. Есть второе видео, где отстреливал. Там темно, конечно. Сейчас я вам все покажу. Сейчас, секунду, на паузу поставлю, пойду доску возьму. Значит, вот эта доска, по которой я стрелял. Вот. Вот это место, это где, куда я стрелял две недели назад. И стрелял с патрона с металлическим сердечником 85 там джоулей было, или 91, ну точно не помню. Вот, все. Больше нет ни одного следа. А сегодня я стрелял по нему. Объясню почему. Нет следа. Стрелял патронами. Видно, посмотрите, посмотреть предыдущее видео. Не раскрывает розочку внутри. Пуля была плоская. Вот она. Ты ее вставил, нашел. Она меня очень опечалила и огорчила. Он написал такие великие произведения, как «Гусиный лес», «Лебединое озеро», «Бодрствующий кусок резины», «Спящая красавица» и «Мягкий». Я не знаю, я боюсь их даже носить под в стволе, опозориться, если надо. Не сосет. Патрон спит, наверное. С металлической стружкой. Он пуля. Спит. Будем разрезать сейчас. Смотри. Вот она в разрезе. Понятно, да? Давайте другой билет попробуем. Этот как не туда. Билет 43. Вот билет 43. Значит. Видна металлическая стружка. Видите, как аккуратно, легко разрезалась на ножнями. Помимо того, что мягкая алимая резина. Вот он целиком. В нем еще в середине отверстие. Посередине. То есть уменьшает еще вес. Это помешало ему. Это не помешало ему построить. Написать. Солнечный Хюндай. Я расстроен. Молодец. Ну, конечно, да. Молодцы. Все не так плохо. И очень расстроен этим патроном. Здравствуйте. Мои лучшие сегодня идут на красный диплом. Такое ощущение, что это будем надеяться, что больше не повторится. И есть еще выбор купить нормальных патронов. Поэтому всем советую запастись хорошими патронами. Ну что же, давайте приступим. Тяните билет, пожалуйста. Билет 71. Не знаю, он даже... Исполните яркий хит группы. Он меня вообще не радует. Яркий хит группы Фристайл сейчас прозвучит перед вами. Он рассыпается из этой стружки, из металлической. Зачем она вообще сейчас нужна? Такие вот дела. Не знаю даже, что сказать. Нет, но и настроение пропало. Было отстреляно три патрона. Ни один меня не удивил. Во всех трех патронах не раскрылась до конца ни одна розочка. Видите? Кто не обращал внимания, если есть старые патроны, нельзя. Обратите внимание, как там раскрывается. Так что, не знаю, вам выбирать. Вот такие вот дела. Заходите в мою группу в Одноклассниках, «Наша травматика» и не только. Подписывайтесь, там очень много интересного. Кстати, видео снималось специально для этой группы. Всем спасибо, всем пока.